Я заметил, как люди по какой-то причине откуда-то бегут и кричат. Я не понимал, что здесь происходит, и решил подъехать поинтересоваться. Здесь я увидел очень страшный пожар. Оказывается, здесь загорелся жилой дом. Я захотел подойти поближе и увидел, как около дома плачет какая-то женщина. Помогите, пожалуйста, там моя дочь, ее нужно срочно спасать. Я решил помочь ей и спасти ее дочь. Я забежал в горящий дом, и тут я офигел. Кстати, игру вы можете скачать по ссылке в комментариях. Эта девочка сидела в углу, и ей очень повезло, что пламя до нее не добралось. Я аккуратно потушил весь огонь и спас ее жизнь. А правильно ли я поступил? Напишите свое мнение в комментариях.